привет, и мы продолжаем проходить Хогвартс. Мы нашли шляпу. Мы нашли шляпку. Распределяющая шляпа. Чок из аптеки. Зелье от прыща один пузырек. Забавно. Чек. Средство для укрепления волос. Воск для усов. О, воск для усов. Вот это он, конечно. Должно быть, это и есть пьедестал. Так. Что, погнали? Читать книжку? Где это я? Профессор Фиджеральд, вы слышите меня? Я здесь. Черно-белое? В этом месте. Ты можешь называть меня Нимф. Твоему взору предстанет старая легенда, но будь внимательнее. Порой что-то может быть не тем, чем кажется. Поспеши, но соблюдай осторожность. Используй то, что тебе попадется, чтобы найти меня. Прежде всего, тебе понадобится мантия. О, проберитесь через горы, чтобы вас не заметили. Это типа... Вот это типа я сейчас в мантии. Ай-яй-яй, что происходит-то? Я уже потерял счет своим нападением на Бромберу. Не умеют они там защищаться. Мантия. Здесь, как и в жизни, смерть может принимать разный облик. Прикольно. Но, чтобы ты не стала, избегай ее. Ага. Это было мощно. Ну так, ну пока они разошлись, мы пойдем быстренько. Так. Как эту фигню убрать? Ой-ой-ой-ой-ой. Они ушли, но могут вернуться. Нужно выбираться отсюда. Куда же запропастилась эта Нимф? Не знаю, не знаю. Нужно точно рассчитать время. Ой, ой. А! Меня быстро поймали. Пока путь свободен, нужно идти дальше. Нимф должна быть где-то здесь. А вы разойдетесь, чуваки? Нужно точно рассчитать время. Агата. О, расходится. Нормально. Пошли. Эй-эй-эй, меня тут нет. Кто-то там... заподозрил что-то. Ясно. Лестница прямо передо мной. Прикольно все такое, как это, как в книжке, да? Да! Типа близко подошла. А можно отвлечь? О, не? О, ушел. Отлично. Какой красавец, а? Жесть какая. Это, конечно, прикольно. Задание прикольно. Расскажи, тельница. Тут лестница. Может, если я поднимусь по ней, они не найдут меня?
Ты так думаешь? Что-то я сомневаюсь. Ты что на них пялится? Пойдем. Пойдем. Камеру не дают убрать. Прицельная темная дворняга. А собачка, наверное, чуть может, да? Не, ну окей, ну я забралась, конечно, наверх, а... Так, нам сюда. Вот мой шанс. Ниоф, я уже близко. Я пропустила свой шанс. Он мне дорогу перекрыл, козел. Их слишком много. Нужно перейти эту дорогу как можно быстрее. Так, 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 так. Топаем, топаем, топаем. Вот куда мне нужно. Но надо придумать, как пройти мимо них. Так, вы развернитесь, а? И будет прям хорошо. А этот уходит? Но он же меня спалит. А-а-а! Хитрый какой, а? Хитренький палево. Ой-ой-ой. Так. Здесь никого, а только опасность на каждом шагу. Должен же быть другой путь, чтобы найти вас. Другой путь. Другой так, путь. Мимо них не пройти. Возвращаться. В смысле? А! Так, быстро в дверь, быстро в дверь. Похоже, единственный безопасный путь вперед. Заперто. Другой дорогой. Меня заперли. Так, рябиновый отвар. Я туда могу забраться, нет? А сколько у меня всего с собой аптечек было? Я что-то так и не глянула. Просто пошла. На задание. Ой, здрасте. Ой-ой-ой. На блин. Прости меня, как? Это тут пялится. А, нормально, свалил, хорошо. Необычное третье испытание, мне нравится. Прикольное. Здесь можно пройти. Да? Спокойно? Таинственная мантия. О, мне дали мантию. Я что, невидимка? Разве это клёво? Возможно? Клёво, клёво, клёво. Там враги. А мне туда, да? А как же я пройду? Они меня не почуют? Нет? А тут ничего нет. Не могу воспользоваться, типа меня палит. Ладно, пойдем. Меня совсем не видит. Думаешь? Хочу подобраться поближе. К ним? Я не хочу. Ну их в пень, они меня убьют. Вот этот вообще топ. Хе-хе. Самый красивый такой. Путь свободен. Нилф, ну и где же вы? Ну? Пока тебе удается обмануть смерть, но меня ты еще не нашла. Ищи дальше. Но знай, на этот раз ты не сможешь спрятаться. Возьми эту волшебную палочку. Но не трать ее необычайную силу попусту. Что, игра зависла? Ч,
Че не так-то? А, нет, джойстик отрубился. Господи. Джойстик отрубился, блин, не вовремя. Палочка! Моя палочка? Моя? Моя же, да? Никогда не чувствовала такой силы. Ну-ка. А я не могу магию поменять? Как чок, а? У меня есть палочка, но... Ой. Ну я не могу поменять заклинание. Странно. Сейчас будет драка, да? Да? Не трать просто так, говорит, да? Не, ну, как вы хотели. Боня. Так, не лагай, пожалуйста. Опа. Не отбила. А кто гад? Хренушки! Не лагай, игра, я тебя умоляю. Вот что такое-то, я не знаю. О, играю подряд, записываю. А ничего собрать не дадите? Ой, я же могу выпить эликсирчики еще. Блин, я бы заклинание поменяла бы на более мощную. И все. Опять. О, воу, песики. Песики. Подождите. Это какие-то клевые это собачки-то. Так, собак надо убрать, мешается. А? Угу. Угу. О! Вау! А! Не в ту сторону, что ли? Вроде нажал уклониться. Ага, давай. Ты не ори, блин, дура. Еще? А вас немного. На меня одну-то, а? Что так много-то? А чё это, шкалы и нет? Почему шкалы и нет? Почему шкалы-то нет? А, вот. Я слепая, я поняла. Так, день смерти. Ой, блин, нахрен я использовала. Вот я даю. Ну, вот эти подсобирать. Они здесь достаточно простенькие. Пока что.
Угу. Так, этот помер. Что-то второе испытание, ну, было чуть посложнее, что ли, пока для меня. Пока вроде нормально дается. Спокойненько. Я хочу поменять свои заклинания. Сука, а куда идти? Стоп. Ага. Сюда? Да? Что это такое? Слишком большое поле. О! Мне тебя мочить? Так, я накаркала по поводу легкости. Смертоносный тролль. Надо мелких поубирать. Мешается. Ой! А как там, блин, быстро это было перемещаться, я не помню. Так, давай. Тролля надо этой штукой в обязаловке. Подожди, 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 я собрала. О, блин, тупик. Давай. Ну-ка. Еще и этого главного надо валить. Вау. Так, тролль, 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 тролль. Ты давай, не бузи. Так, мочим. Нет? Не того, что ли? Да тролля надо было. Тролля надо было. Сейчас я вторую. О, спасибо, блин. А сколько мне надо вас бить? Не подскажете? Ба! Я не помню, как быстро перемещаться не получается. А сколько мне надо? А мне кого валить-то? Может, мне тебя валить вообще? Тебя валить? А у него шкалы нет. Вау! Врезался. Так, хорошо. Так. Ну-ка, взрывайтесь, давайте. Так, этот кидается. Тролля. Смертоносный тролль. Давай. Вот эти бестолковая фигня, я поняла. О, моё, 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 моё. Моя прелесть. Ну куда ты стреляешь-то опять? Не туда. О! Ой, олень. Опа. А! Стоп! Нет, нет. Давай. Всё? Нет? О-о-о. Нет. Нет, да? Я поняла. Два тролля! Да вы чё? Какой два тролля-то? Вы серьезно? Понятно. А что случилось-то? Где моя палка? Где моя палка? Что у меня случилось? А, я себе поменяла, что ли? Ничего не поняла. Че я понажимала? Где мои заклинания? Стоп. Что я, блин, понажимала? РТ, ну.
Что случилось-то? Где мои заклинания, блин? О, ну-ка, подождите. Так. Что случилось? Где мои заклинания? Это какой-то глюк? Что случилось с игрой? Вообще не догоняю. Не меняется ничего? Или они у меня заклинания забрали? Опа. Да как так-то, блин? Да ты гонишь. Что случилось? Я не могу даже свою эту использовать. О, появилась. Рано. Очень странно. Рано. Вообще не догоняю. Так. Мне нужно собрать. Да, блин, не надо стрелять. Пропали, гады. Я не поняла, что происходит. Почему у меня не работает заклинание. Собака, уйди отсюда. Во-во-во-во-во-во-во-во. Я ведь нажимаю там на кнопочки. Пропало? Как-то так. О! Ничего себе! Не поняла. Его ноль хп не уходит. Зацепил, гад. Просто хрень какая-то. У меня что-то с джойстиками, я не понимаю, что. Она у меня то... Опа, давай, вали его. О. А? Да так, как так-то? Мимо. О, вот это мне срочно на базу. Да надо мелких поубрать. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, моё. Моя прелесть, я не забрала. Ну я не тролля даже хотела, блин, а вот этих вот убрать. Мелких мешается. Кошмар, у меня какой-то, блин, челлендж получился без заклинаний. Вообще не поняла, что произошло. Ебогу. Пошел ты. А, да что такое-то? Почему ты у меня... О. Ты не помер, что ли?
сколько тебе надо-то? А, я не того штукнула, что ли, блин. Вот это плохо. Вот этих убирать надо, мешается. Собака, хватит на меня скакать. А, камнями кидается. Вы ж три меня не сунете, тролля. О, о! Опять, что происходит? Я не могу играть на клавы. Я сейчас не буду на клаву. Я не умею с клавой играть. Я в принципе... А, нет, нет. Вот вот этого. Вот этого жахнуть. Хотя бы минус один будет. Ай! Как ты по мне зацепился-то? Вали его! Ох ты, Тина! Нечестно. Угу, давай, вали. Нет? Нет? Кабаку брать не... А? Договорился. Опять появляется. Сколько тебя лупить-то надо, блин? Ух ты, блин. Ну-ка. Воу! А. Ты гад. Вот давай, тролля. Я что-то эликсир-то не выпила даже. Я ничего не могу сделать. Давай. Угу. Давай. Вы не дадите мне троих, а? Я и так тут себе устроила усложненную игру, а? Без заклинаний толком нормальных. Ох ты, гад, размахивается. Вот это плохо. Нет. Фу, не зацепил. Слава богу. Отстань. Моё. Моя прелесть. Давай. Минус один. Эти мелкие. 83 метра? Что за 83 метра? Что? Что? Что случилось? Блин, почему у меня пропали заклинания? Я только что прошла просто вот на одном обычном. У меня болят пальцы. Просто щелкать по кнопкам. И опять пропали. Ну что такое? Что я нажала такого? Я не понимаю. Я не вообще. Видите, ноль. Или это было задумано игрой? Или у меня что-то пошло не по плану? Короче, мы прошли, слава богу. У меня болит рука, болят пальцы, я там понатыкала все кнопки. Вот теперь ей плетется бесит. А. Мне реально болит рука, ребят, вообще. Простой камень. Наверное, для меня. Это мое? Давай.
Но. Твой путь еще не окончен. Что? Оставь скорбящих и иди дальше. Не все. Не то, чем кажется. Вы гоните? Поверить не могу, что она умерла. Бедная, милая Ниоф. Тебя больше нет. Про директора. Мне опять драться. Не пустишь, типа. Это когда она умерла, да? А, мы ее нашли. Угу. Вы нашли меня. Но то, что произошло, вам изменить не под силу. Магия камня способна призвать только лишь мою тень. Ну-ка. Однако нет света без тени, как и тени без света. Тьму не всегда нужно истреблять, даже если ты можешь это сделать. Помни об этом, когда будешь в моих воспоминаниях. Ага. О, какая. Давайте смотреть. Финалочка. Исидора, то, что ты сделала для отца, вот именно. Они тех чувствовали в слезах этой магии. Перспективаль может не беспокоить. Я наконец-то придумала, как удержать их. Они перевели. И как же? Гоблинское серебро. Ты обсуждал это с гоблинами? Да он не знает, что именно мы хотим удержать. Мы ведь даже не знаем, каким эффектом обладают эти эмоции, эти слезы темной магии. Говорить как Персиваль. Главное, что я знаю, это источник концентрации силы. Удивительно, что они усиливают мои способности и магию. Я не понимаю, Исидора. Мы обуздаем эту силу. С такой силой лучше не шутить. Попав не в те руки, вы же видели. Нет, представьте, сколько добра мы сделаем. Ведь каждый человек испытывает боль. Что ты делаешь? Она ее забрала, да? Вдохните, чувствуете? Она что, съела ее боль? Исидора, надо прекращать, ясно тебе? Что-то она немножко кукушка поехала. Вы все скрывали эту силу столько лет, потому что не успела. А я готова ее принять. А где теперь эта Исидора? Вопрос. Чувствую, она там нахимичила потом, по-любому. О, верните в зал картографии. Мы прошли, ребята. Опять яйца. Прикольно, мне нравится. Так, у нас четвертое, да, задание. Такое, один, два, три. Четыре. Не может а всего быть. Сколько заданий? Неужели четыре? Кто-то прошел первые три испытания? Я думал, их пять. Так и есть. Но... Вы так... Молоды? Знаю. Вы, должно быть, профессор Бакар. Да. Приятно познакомиться. Вчера я видела в омуте памяти воспоминания. Исидора что, вдыхала тягостные эмоции? Да.
пугающее зрелище. Выглядело это страшно. Но как ей удалось черпать из них силу? Как она использовала ее? Это и было страшно. Однако же странно, что вас так интересует ее сила. Потому я и не спешу раскрывать вам местонахождение моего омута памяти. Вам еще предстоит осознать, что сила влечет ответственность. Уверяю вас, профессор, я это вполне осознаю. К тому же, вы еще не знаете, что опасный гоблин по имени Ранрак побывал в хранилище в замке Руквудов. Он научился использовать то, что там хранилось, как источник колоссальной силы. И он намеревается обратить эту силу против волшебников. Нельзя терять времени. Понятно. И тем не менее, узрев мои воспоминания, вы получите безмерно ценные знания. Я должен подумать, прежде чем поделиться ими. Мне нужно время, чтобы обсудить это с другими хранителями. Да без проблем. Обсуждайте сколько хотите. Похоже, придется подождать. Как бы это ни раздражало, у нас нет выбора. Я слышал, что вы рассказали профессору Бакару. Значит, Исидора вдыхала эмоции, чтобы накопить силу? Да, еще... Вытягивала их без спроса у профессора Фиджеральда и поступила также со своим отцом. Чудовищно! Мало того, она сказала, что нашла способ хранить следы извлеченной ею магии в хранилищах из гоблинского серебра. Как в хранилищах? Скорее всего, в них. Но я не успела рассказать вам еще кое-что. Ранрак искал их в местах, связанных с пятью именами. Он узнал их из дневников гоблина, мастера по металлу по имени Брагбар. Пять имен? Это хранители. И кто же еще? Исидора Морганак? Именно. Вот почему Ранрак постоянно опережал нас. И в Грингоцсе, и в башне, и в замке Руквудов. Раз уж хранители пока не говорят вам, где будет следующее испытание, предлагаю следить за Ранраком. Может, узнаем что-то новое. Может быть. Надеюсь вскоре получить вести от Лодгака. О нем ничего не слышно с тех пор, как я узнала о бурах. О, и вы, наверное, уже знаете, что ваш план с оборотным зельем сработал как по волшебству. Я так и знал. Возможно, я перестарался, отвлекая Блэка. Оказалось, он совершенно не умеет пить огненные виски. Молодцы. Так, мы прошли три испытания. Судя по картинке, это финальная линия. То есть их всего четыре испытания, да? Больше нету. И чё, всё? Зря я так остро отреагировал на твоего друга-гоблина. Прости. Ну, конечно. Давай закончим начатое стриптихом. Встретимся на южном побережье. Поищем последнюю часть холста. Вау. Так. Профессор Уизера. Так, нам куча заданий понадавали. У нас DLC-шка тут. Все? У нас зима не сменится там? На весну. Так, это ага. Горе и месть. Поговорите с Нати. И Феникс. Смотрите, Феникс. Так, давайте мы это будем смотреть уже на следующем... Следующая серия. Сейчас, ребят, качаю. Вот эта тема хорошая. Стелс вкачала. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.